Надя, скорее, у нас ЧП. Что случилось? На вас лица нет. Проверка внеплановая. Это все дело рук Егора. Какой мстительный парень. Ну чего, вы не волнуйтесь. У нас образцово-показательная фабрика. Да знаю я. Просто это проверяющая, настоящая мигера. Это крышек вам. Александра, ну как вам наш сортировочный цех? Теперь хочу посмотреть ваш кондитерский. Да, конечно, вот проходите. Живо переодевайся и мне халат захвати. Хорошо. Наш кондитерский цех оснащен самым современным оборудованием. Все меры безопасности, санитарные нормы соблюдены. Мы за этим тщательно следим. Это что? Оно просрочено. Это подлежало утилизации еще вчера. Кто за это был ответственный? Я. Это моя вина. Значит так. Фабрику ждет штраф, а если я найду еще хоть одно нарушение, остановка производства. Вы зачем меня выкоротили? Потому что я, Вера, ваш руководитель. Спасибо. Просто я сама брата воспитываю. И он вчера в школе подрался, из-за него и забыла. Мне никак нельзя эту работу потерять. Никто ничего не потеряет. Александра, мы все исправим. Не наказывайте, у нас так сурово. Одна ошибка тянет за собой другую. До свидания. Каждый имеет право на ошибку. Важно ее вовремя исправить. Мы готовы доказать, что мы не используем просроченные продукты. Это была случайность, и такое больше никогда не повторится. Ну, пожалуйста. Есть ошибки, которые исправить нельзя. Надя, из-за ошибки инструктора они сорвались в ущелье. Сейчас достают тела. Надя, еще ничего не известно. Мама, они достают тела. Один альпинист выжил. Его вертолетом доставляют в больницу. Это Андрей? Пока неизвестно. Я буду ждать тебя в больнице. Верочка. Привет. Я давно хотел... Что ты хотел? Сказать, что из-за меня тоже работу потеряешь? Я могу чем-то помочь? Чем? Брат в школе подрался. Разбил однокласснику дорогой телефон. Теперь нужно выплачивать. А чем, если я уволен? Я могу... Ничего ты не можешь! Извини. Я, наверное, не вовремя. Денис? Да? Зайдешь ко мне? Там есть срочный заказ на отправку. А с ним-то что? Не знаю. У каждого свои проблемы. Папа, а почему ты вчера так поздно вернулся? Задержался в ресторане. Кто такая Кристина? Это мой новый друг. Ты больше не любишь маму? Милая, я всегда буду ее любить, но... Зачем тогда нам эта Кристина? Папа, она нам не нужна. Аля. Ну все, хватит лить слезы. Давай соберись, возьми себе в руки, вдох-выдох, да? И пойдем работать. Как думаешь, есть шанс, что проверяющие еще передумают? Шанс есть всегда. Пойдем работать. Пойдем, пойдем. Вы? Я взяток не беру. Принципиально. Это редкость в наши дни. Тем более в такой структуре. Комплименты тоже не помогут. Я здесь не из-за фабрики. Ваши слова сегодня, вы говорили не о проверке. Это что-то личное. Надежда, если я не ошибаюсь,
Выход там, где вход. Вас очень ранили, да? Поэтому не прощаете ошибок? Да, не прощаю. Даже себе. Невинный флирт. Одна ночь. И я разрушила свою семью. И вот я одна. Ошибок допускать нельзя. Вы его еще любите? Своего мужа? Ну, у него молодая жена, двое детей. А я сбитый летчик. Никому не нужны женщины за 40. Это неправда. Послушайте, у меня есть знакомый. Сильный, ответственный, романтичный. Хотите, я вам устрою сегодня свидание? Вы меня не осуждаете? Как можно осуждать того, кто искренне раскаивается? Вам нужно себя простить. Я не готова. Ну, сколько вам еще нужно времени, чтобы выбраться из этого кабинета и дать тебе шанс жить? Но я же не могу в этом пойти. И я вообще не помню, как это ходить на свидание. Ничего. Вспомните. А по пути много магазинов. Вон за тем столиком вас ждет Тимур. А вдруг? А вдруг в этом ресторане вас ждет будущий муж? Ну, смелее. Никто и никогда не заменит твою маму. Ты никогда раньше мне не врал. Ну, не знал, как сказать тебе о ней. Ну, ты же взрослый. Должен быть умнее. Должен. Но у нас, взрослых, не всегда получается. Я подумаю. А я тебя обыграю. Только попробуй. Александра, это вы? Здравствуйте. Здравствуйте, Надежда. Вот, пришла к вам с повторной проверкой, чтобы дать шанс. Вы, как видели, у нас все по правилам, только свежие продукты. Молодцы, так и отметила. А штрафа не будет? Нет. Спасибо. Это Надя, спасибо. Умеет она ключик подбирать к людям. Мы сегодня рассвет встречали на воздушном шаре. Я уже и забыла, что такое романтика. Знаете, ни одна женщина не должна об этом забывать. Всего доброго. Спасибо. Да. Отдавайте, я вас проведу. То есть ты свела ее с мужиком, и нам простили миллион штраф? Я помогла ей встретить своего человека. И делала это от чистого сердца. Не думал, что твоего таланта хватит, чтобы спасти целую фабрику. Надо же, то есть ты признал, что у меня есть талант? Безусловно. Талант – лезть в чужую жизнь. А если завтра у них не заладится, нам что, ждать еще одну проверку? Лично я буду ждать приглашения на свадьбу. А ты злишься, потому что я устроила ее личную жизнь, а не твою?
Мы за ним целый день ездить будем. Я на маникюр опаздываю. Забыла, из-за кого мы здесь? Сколько раз просил, не пиши мне, когда Кристина рядом. Ну не сердись, Зоя. Думаешь, твой план сработает? Иди работай. Молодой человек, я заблудилась и не могу найти дорогу. А проспект Космонавтов, это в какую сторону? А, это вам нужно выйти на бульвар, там направо и прямо. Ой, это целый лабиринт. Я заблудилась и не могу вызвать такси. Что такое? Вам нехорошо? Голова закружилась. Наверное, на погоду. Может, врача? А, не стоит. Минуточку, сейчас пройдет. Слушайте, давайте вас подвезу. Я буду вам очень благодарна. Да, давайте. Осторожно. Чай, пожалуйста. Здравствуй, прекрасный незнакомец. Ты поразил меня в самое сердце. Даже через экран передается твоя харизма. От твоего фото что-то ёкнуло внутри. Я сентиментально, пусть, но мне не страшно открывать тебе свое сердце. Анжела, я польщен, что такая очаровательная девушка обратила на меня внимание. Расскажи о себе. Люблю путешествовать, не могу сидеть на месте. Мир такой необъятный. Хочу пробираться в неизведанные уголки нашей планеты вместе с тобой. Ты был в Катманду? Бешеный ритм в сочетании с традициями. Город-муравейник. Ты одновременно часть целого и маленькая песчинка. Тебе нужно обязательно там побывать. Обязательно. Но пока только вылазки с друзьями. Рыбалка – наше любимое занятие. Рыбалка? У нас с тобой столько общего. Может, встретимся сегодня вечером? Буду ждать встречи. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо, что спасла нас всех. Я даже не знаю, что бы я делала без этой работы. Вер, ты меня уже раз третий, наверное, благодаришь. А светишься так, как будто бы у тебя свидание. Ну и? С кем? Ты не одобришь. С Валерой. Я тебе уже говорила, я не могу запретить тебе набивать шишки. А ты никогда не ошибаешься? Прости, я не хотела. Брат совсем распоясался. Ему нужна мужская рука. А Валера, он, может, и не самый лучший, но сильный, еще и привлекательный. Вер, хочешь совет? Выбирай мужчину сердцем, а не головой. Когда несешь ответственность за другого человека, то приходится думать головой. Ты сейчас пытаешься убедить в этом меня или себя? Спасибо за поддержку. Какие планы на вечер? Я нашла для тебя идеальную девушку. Умная, изобретательная, любит путешествия. Планов никаких. С нетерпением жду знакомства с вот этой твоей протеже. Тогда до встречи. До встречи.
Ну и где же, интересно, моя суженая? Опаздывает? Нет, она заболела воспалением хитрости. Я тебя даже не узнала, Анжела. Как ты догадалась? Интуиция. А если ты обо всем знала изначально, то что мы здесь делаем? Погоди. Ты решила устроить нам свидание? Даже не знаю, как ты эту новость переживешь, но мы с тобой друг другу не подходим. То есть свидания не будет? Почему же не будет? Будет. Пойдем. Куда? На встречу твоей судьбе. Как тебя по отчеству? Алексеич, это какая-то секта? Нет, это спиддейтинг. За один вечер у тебя будет 15 свиданий. Адьё, я домой. Отказ от свидания – это проигрыш. Так что технически, если ты уйдешь, то главный кондитер я. Хорошо. Но ты пойдешь вместе со мной, а то незамужняя сваха – это как-то не солидно. Всех клиентов там распугаешь. С удовольствием. Петрова, да? Петрова. Я сама. Дамы и господа, занимайте свои места. У вас будет 5 минут для общения с каждым участником. Мужчины пересаживаются по команде. Всем приятного вечера. Надежда. А я Константин. Патологоанатом. Тяжелая профессия. Не каждый осмелится выбрать. Вы первая, кто не испугался. Обычно разговор дальше не клеится. Ну, люди боятся того, чего не понимают. И часто вы посещаете подобные мероприятия? 3-й раз. А что, с первого раза не срослось? Знаете, я считаю, что в любовных делах спешка ни к чему. Ну, вы правы, надо принюхаться, присмотреться. Я вас понимаю. Скажите, а что вас еще вдохновляет в жизни? Ну, я люблю джаз. Джаз. Я раскрою вам секрет. Девушки очень любят мужчин, которые разбираются в музыке. Начинайте разговор всегда с джаза. Интересно, а что именно вы ищете в вашей избраннице? Избранница должна не бегать по мужикам, варить борщи и штопать носки. Вы, кстати, готовить умеете? Нет. Значит, белоручка? Тамара, вы верите в инопланетян? Что? Инопланетян. Нет. Зря. Когда мне было 6 лет, в детстве меня похитили, но я сбежал. Как? Я не знаю. Они стерли мою память. Я работаю пожарным. Вот как раз недавно вынес ребенка на руках из горящего пламени. Хороший заход. Многие женщины на это купились. В смысле, вы о чем? У пожарных остаются шрамы от огня. А у вас их нет. И если вы здесь обидите хотя бы одну женщину, я вас найду. Тем более у меня есть знакомый патологоанатом. Но теперь они постоянно следят за мной. И даже сейчас. Не оборачивайтесь. Оригами – это ваше хобби? Ну, как сказать. Я детский врач. А многие детишки боятся врачей. Вот я и придумал лепить из бумаги всяких зверюшек, чтобы поднимать им настроение. Это вам. Красивый. Спасибо. Это кто? Мой коуч учит меня быть раскрепощенной, подстраиваться под мужчин. Никогда так не делайте. Надо быть настоящей.
Вот я начинаю ее цитировать. Она просто залезла в мою голову. Кто? Был романтик. Да, если девушка меня вдохновляет. А вы меня вдохновляете, Надя. Надя. Настырная барышня, которая пытается устроить мою личную жизнь. Мы с ней работаем вместе. Она кондитер, я кондитер. Только я ищу новую форму, и она делает классические, обыкновенные торты. Но есть в них какая-то магия. Да. Ну что, как успехи? Скучно. Я, кстати, понял, как ты разгадала Анжелу. Рыбалка. Почему ты не решила не указывать это в анкете? Ты прервал разговор об этом. Не хотела, чтобы кто-то затронул эту тему. Ну да, тема отца для меня непростая. В детстве мы часто ходили с ним на рыбалку. С ним и с братом. А еще папа был моряком. И никто никогда не сможет так рассказывать про путешествия, как он. Так вот откуда у тебя такая любовь к регатам, да? Он всему меня научил. А когда его не стало, я стал ходить на рыбалку один. Но это совсем другая рыбалка. А почему не с братом? Ну, как-то разные интересы. У тебя есть 5 минут. Спасибо, что уделили время. Ближе к делу. Борис Семенович, я никогда не изменял вашей дочери. Это правда. Я просто хотел, чтобы Кристина меня немного приревновала, а в итоге попал в ловушку. Это все одна группировка. Музыкант, кондитерша и, кстати, эта девица. Они все так ловко спланировали, чтобы очернить меня и сорвать нашу свадьбу. Они хотят окрутить Кристину, подобрать к вашим деньгам. Перешли мне это фото. Я люблю вашу дочь и хочу быть вместе с ней. Помогите мне, пожалуйста. Свободен. Дорогие гости нашего клуба, первая часть вечера завершена. Вы можете продолжить общение у нас на танцполе. С меня достаточно, мы уходим. Виктор, куда же вы? Мы вас никогда не отпустим. А вы мне еще не рассказали рецепт суфле. Первый танец за мной. Извините, пожалуйста. Привет. А что ты тут делаешь? У нас вечеринка. Мы будем не одни. Это Пашкин друг. Он уже уходит. Да. Заходи. Телефон. Не надо меня жалеть. Ясно? Я сама со всеми справлюсь. Вер, я... Ну что еще? Хорошего вечера. Валер, ну подожди. Я ужин приготовила. Потом. Все потом. Сколько мы не виделись? 3 недели? 3 месяца, Валер. Тем более. Чего же откладывать? Ну подожди, скоро брат придет. В смысле? Я думал, мы с тобой проведем вечер наедине. И ты обо всем позаботилась. Я хотела вас познакомить. А тебе не кажется, что о таком тебе нужно предупреждать заранее? Я сюда приехал не с братом твоим знакомиться. Ладно. Давай тогда по-быстрому. Валер!
Тебе лучше уйти. Я же могу больше не позвонить. Сделай одолжение. Надо сказать, ты весьма изощренно избавляешься от конкурентов. Что ты здесь делаешь? Я решил сбежать от этих хищниц. Это все для твоего же блага. Кстати, ты не знаешь историю этого фонтана? Говорят, Артур Перри здесь придумал свой знаменитый десерт. Нет, не знаю. Хорошей прогулки. Я тебя провожу. Кстати, этот Олег со спиддейтинга просил у меня твой номер. И что? Ну, я решил не давать без твоего согласия. А за это спасибо. А ты не хочешь с ним продолжить? Мне кажется, вы друг другу подходите. Давай-ка вспомним, что сваха здесь я, хорошо? Да ладно, какая ты сваха? У тебя даже мужа нет. Ну, почему же? У меня есть любимый мужчина. И как он относится к твоему сватовству? Прекрасно. Доверяешь ты все? Никого у тебя нет. Почему ты так решил? У тебя глаза не горят. Тебе показалось. Познакомишь меня с ним? Я не беру работу на дом. О, и где твой Кент? Его не будет, сами поужинаем. Я не голоден, пойду с ребятами в футбол поиграю. А уроки? Подождут. Так, никуда ты не пойдешь. Ты постоянно во дворе или с PlayStation. А тебе об учебе нужно думать. Я и так еле уладила историю с твоим телефоном. Буду через час, может, через два. Любимый, я не могу тебя забыть. Твои губы, твои глаза, твое тепло. Ты винишь во всем меня, да, я виновата. И готова вымаливать прощение всю жизнь. Я оступилась, но я никогда не переставала тебя любить. Нельзя вычеркнуть наши 10 лет. Ты здесь ищешь мне замену, а может быть уже и нашел. А я даже не могу подумать о ком-то другом. Каждый день, с того самого дня, как за тобой захлопнулась дверь, я жду тебя. Ты убегаешь от меня, но я твоя тень. Я буду везде следовать за тобой, потому что я в твоем сердце. Кристина. Нам надо поговорить. Пап, давай вечером. У меня сольфеджио, нужно бежать. Как раз твои вечера меня и волнуют. Этот музыкант... Пап, ты не забыл, сколько мне лет? Я сама разберусь, с кем встречаться. Но ты же его совсем не знаешь. И вообще он не из нашего круга. Это ты его не знаешь. И не все меряется деньгами. Любовь уж точно нет. На полчаса уже опаздывает. Она, наверное, меня увидела, испугалась и убежала. Нет, она придет. Она обязательно придет. Угу. А у меня, кстати, для тебя тоже есть сюрприз. Да? Какой? Номер твой давать я не стал, но подсказал, где ты бываешь. Сегодня у нас будет двойное свидание. Та-дам! Как тебе такая идея? Здравствуйте, Надя. Я очень рад вас видеть. Это мой. Привет. Мои любимые.
Что ты здесь делаешь? Спасибо, что ответил на мое письмо. Я не надеялась к тебе достучаться. Какое письмо? Я так долго этого ждала. Это какая-то ошибка. Я люблю тебя. Любишь? Виктор, подожди. Подожди, стой. Я тебя предупреждал. Я тебе говорил, не лезь. Вам надо поговорить. Надо? А ты меня спросить не забыла? Но ведь она тебя любит. Она переспала с моим братом. Так поступают, когда любят. Не будет больше никаких свиданий. Ты понятия не имеешь, что такое предательство. Миша! Миша, где он? Какое платье? Миша, Миша, молчи! Надя, подожди! Это не он. Почему это не ты? Здравствуйте. Борис Ольховский, отец Кристины. Рад знакомству, Михаил. Сколько вы хотите за то, чтобы оставить мою дочь в покое? Я вас не понимаю. А что именно в моем вопросе для вас осталось непонятно? Назовите сумму. Я хочу быть с Кристиной. Ваши деньги мне не нужны. По-хорошему решать вопрос вы не хотите. Значит, будем его решать, по-моему, за музыкальное сопровождение. Девочки, вы Виктора не видели везде его еще? А ты что, ничего не знаешь? А что я должен знать? Виктор теперь у нас звезда Ютуба. Его пятиёрусный торт развалился на юбилее дипломата. Гости засняли и выставили в интернет. С хэштегом «Фабрики». Степаныч с утра злой. А мы Виктору говорили, что так и будет. Но он нас не послушал. Он ведь в «Le Cordon Bleu» работал, а мы в село. Знаешь, я уже попросила, чтобы меня обратно в сортировальный перевели. Девочки, ну подождите, не бросайте его. Я, конечно, понимаю, он не подарок, но он хороший человек, правда. У вас столько заказов, как он справится один? Я не хотела уходить, но он меня сам прогнал. Знаешь, Надь, хорошего понемножку. Мне нужно извиниться. Твои проблемы. Я помогу тебе с заказами. Я не хочу ничего слышать ни от тебя, ни о тебе. Просто исчезни из моей жизни. Надя. Надя, я тебя поздравляю. Ты главный технолог сети. А Виктор? Готовлю приказ о его увольнении. Эта французская звезда перешла черту. Коллектив жалуется, всем хамит. Выставляет фабрику на посмешище. Кирилл Степанович, я никогда вас о чем не просила, но сейчас я прошу. Пожалуйста, дайте ему последний шанс. Работа сейчас – это все, что у него осталось. Хорошо. Я дам ему последний шанс. Но под твою личную ответственность. Спасибо. Простите, что не ответила сразу. Если вам нужен друг, знайте, я рядом. Нас разделяют сотни километров. Но что такое расстояние? Вы спросили, предавали ли меня? Было ли мне так больно, что разрывало изнутри? Когда отчаянно глотаешь воздуха, он разъедает еще сильнее. Когда земля уходит из-под ног.
Да. Меня предавали. Спасибо. Давай по-тихому. Кошелек гони. А то что? Тебе что, жить надоело? Ну, логичный вопрос. Ты совсем борзый? Что у вас произошло? Это вот у них спроси. Стоять! Да пошел ты! Полежи немного. С тобой все в порядке? Да, меня всего лишь уволили. И не хотят брать в другие рестораны. Ну, не волнуйся, я справлюсь. Это папа, я с ним поговорю. Нет, не нужно. Я сам все решу. Если твоему отцу нужно доказать, что я люблю тебя, я готов. Поехали. Куда? Ко мне. Ой, ну нет, знаешь, это как-то неудобно. Я не буду тебя прятать от дочки. Поехали. Поехали. Алло. Алло, Виктор? Нет, это майор Резниченко. Ваш Виктор в изоляторе временного содержания. Как? Что случилось? Задержан за хулиганство. Драка. А знаете, Кристина? Вы не очень-то красивый. Аль, зачем ты так? Ты же сам меня учил говорить правду. Я что, должна врать? А я никогда не считала себя красавицей. Серый чулок. А еще любила играть на рояле и читать энциклопедии. Мне их мама привозила, когда возвращалась с командировки. Энциклопедии? Угу. Аля, у нас яростный фанат энциклопедий. Уже не знаем, куда складывать. Покажешь Кристине? Зачем? Ладно, в следующий раз. Я надеюсь, следующего раза не будет. И папа, скажи своей подруге, чтоб она тут долго не засиживалась. Это неприлично. Я спать. У меня, между прочим, режим. Аля. Не надо. Не переживай, она просто ревнует тебя. Ей нужно немного времени. Ты права. Я на вас очень надеюсь. С этой работой никакой личной жизни. Я представляю. Вокруг одни путаны. А вот и ваш Орлов. Забирайте. Пойдем. А ты что здесь делаешь? Приехала тебя выручать. Спасибо, я в твоей помощи не нуждаюсь. Я отвезу тебя домой. Слушай, я что-то запуталась. Ты вообще сваха или мать Тереза? Отстань ты от меня уже. Напиваться в баре – это не выход. У тебя есть ответственность перед фабрикой, если ты забыл. А можно я как-то сам разберусь? Сколько я тебе должен за твои эти услуги? Садись. Ты хорошая актриса. Вот прям отличная. Психолог. Тонкий манипулятор. Ты так решила избавиться от конкурента, да? О чем ты? Да я все знаю. Я знаю, что был приказ о моем увольнении, что Кирилл Степанович меня отстоял. Решил дать второй шанс. Так что не сработало, да? Провалился планчик? Я не имею к этому никакого... Да ладно! Что ты мне говорила, когда мы только познакомились? Это мы семья, даже если мы соперничаем. Красиво.
Только на деле ты испугалась, что не получишь повышение, придумала этот дурацкий спор, вовлекла меня в него и притащила ко мне мою бывшую. Выбила у меня почву из-под ног. Ты знаешь, это сработало. Это неправда. Да все это правда. Я больше всего жалею, что я поверил в твою искренность. Я опять ошибся. Я в тебе ошибся. Тебе завтра будет стыдно за эти слова. Я стану главным кондитером, а ты всю жизнь будешь лепить свадебные торты. Пустые и фальшивые, как ты сама. Ты правда так обо мне думаешь? А я вообще ни о ком не хочу думать. У него было? И тебе добрый вечер, папа. Решил его по миру пустить? Работы лишить? Ну, с милой Раей в шалаше. Не так ли? Тебе должно быть стыдно. Смотри, кому должно быть стыдно? Лена, мне жаль, что вы тоже, как и я, стали жертвой предательства. Сейчас вы единственный человек, который меня поймет. Я на дне. Хочу оттолкнуться и подняться на поверхность, но трясина воспоминаний затягивает все сильнее и сильнее. Эти раны не скоро затянутся. Даже когда шрамы уже не видны, боли преследуют. Никто не знает и не видит, как нам сложно. Как мы стараемся снова улыбаться, и остается только научиться с этим жить. Как? Как научиться жить с предательством двух самых близких людей? Прожить эту боль, а не бежать от нее. Вы смогли снова поверить? Привет, малыш. Так по тебе соскучился. Ты настоящий. Что? Ну, конечно, я настоящий. Какой же я еще мог быть? А, ты, наверное, спала, я тебя разбудил. Прости, пожалуйста. Фух, так устал с дороги. У нас есть что поесть? Ты бы видела, какая там красота. Мы поднялись на самую вершину. Я столько фотографий сделал. Но Виталик, представляешь, разбил мой фотоаппарат. Сейчас, извини. Как раз Виталик пишет, говорит, что я у него какие-то документы забыл. Но он будет завтра заехать забрать. Я совсем забыл, я же тебе подарок купил. Что такое?
Вон подарок. Там ничего серьезного. Просто легкая интрижка. Виталик мертв. И Игорь тоже. Что? Позвони своей маме. Она думает, что ты мертв. Прости меня, я абсолютно все исправлю. Нет, не исправишь. Ты для меня умер. 3 дня назад. Потерять любимого мужчину, снова обрести, чтобы узнать о предательстве. Лена, вы сильная. А он подлец. Врезал бы ему при встрече. Он завел интрижку с дочкой владельца футбольного клуба, где работал помощником тренера. Перечеркнул все, что мы строили. Или, может, строила только я? А моя жена изменила мне с моим братом. Я узнал про их интрижку из переписки в соцсети, про ее аборт. Она не знала, чей ребенок, поэтому решила не рожать. Не хотела меня потерять. А ведь это мог быть мой ребенок. Мне так жаль. Я любил бы этого малыша. Никому не мог сказать правды. Вы первая, кому я излил душу. Вы мне нужны, Лена, не исчезайте. Я рядом.